Queridos amigos, todas las series y películas en este canal están en su idioma original ruso. Para activar los subtítulos en español, por favor siga estos sencillos pasos. En la esquina inferior derecha hagan clic en Configuración. Seleccionen Subtítulos. Elijan el idioma y por supuesto no se olviden de suscribirse a este canal. Que disfruten del cine ruso. Да я тебе сейчас сам все расскажу. Давай только без протокольной воды, ладно? Без воды это можно. Смотри, убитый такой вот, значит, чудак. После смертельного ранения еще 20 метров проехал на велосипеде. Пуля прошла сквозь шею на вылет, как игла. Вот, а он еще продолжал крутить педали. Ну и по инерции мог еще проехать. Ну а ударная сила пули? Ну 2-3 метра он мог еще проехать, но не 20. Вон даже экспертиза в тупике. Здравствуйте, Иван Гаврилович. Здравствуйте, Дарья Владимировна. Ну что у вас? Патрон какой-то необычный. А пуль нашли? Копаем. Случилось когда? Где-то 2 дня назад. Место безлюдное. Тело откатали на пальчики. Документов у него при себе не было. В кошельке 230 рублей. Волкова. Слушаюсь. Что там? Казанцев ждет с закладом. Поехали. Полосов звонил, нашли пулю, едут на базу. А Гильза? Ищут, бойцов оставили. А его нет. А нас вызывали срочно. Ну, его тоже срочно вызвали. Вы что, не знаете, что в городе творится? Ну, сколько же красоты? А у нас убийство. Ну, слава богу, убийство у нас чаще. Пойдем. Что случилось, Вероника? Страшно. Не переживай. Я с тобой, я тебя очень люблю. Я тоже тебя очень люблю. Сейчас я одну секунду соберусь. Конечно. Владислав Ильич, нас всех интересует вопрос. Зачем вам конкурс красоты? А что же вас не устраивает? В нашем городе очень много красивых женщин. Вот вы с вашими данными тоже могли бы принять участие. Но перед выборами мэра города, на которых вы намерены избираться, для вас только что пережившего развод, это весьма сомнительный пиар. Для меня развод с женщиной, с которой я прожил 20 лет, стал личной драмой, трагедией. Поэтому прошу вас иметь уважение к моим чувствам. Девушки, как настроение? Здравствуйте. Удачи вам, удачи. Буду болеть за вас. Этот титул даст мне возможность нести идеи защиты природы широким массам. Спасибо, Диана. Это была Диана Попова. И мы приглашаем на сцену следующую участницу Веронику Рудакову. Добрый день. Меня зовут Вероника Рудакова. Мне 26 лет. Я была мисс школы, потом мисс университет. Самая большая моя страсть – это танцы. Я занимаюсь ими с 6 лет, потом пробовала преподавать. Но, к сожалению, поняла, что это не совсем мое призвание. Интересно, и какое же ваше призвание? Телевидение. Это моя мечта с детства. А титул «Мисс Россия» поможет мне на пути к этой цели. То есть вы уже нацелились на мисс Россию? А почему нет? Хочешь быть победителем, думай как победитель.
Так говорила моя мама. Ну, спасибо. В общем, стреляли с другой стороны дороги, приблизительно с 50 метров. Гильзы нет. Предположительно, стрелок забрал ее с собой. По поводу пули что? Полозов сообщит, как все будет готово. Ну, я держу это на контроле. Сень, ты мне друг? Только друг? Ой, не начинай, пожалуйста. Мы же с тобой договорились. Ну, это ты договорилась, а я еще думаю. За едой сгоняй. Я еще не завтракала. Чисто по-дружески. Хорошо, тебе, как всегда, сахарную кому и смерть от холестерина. Да, и два сыра. И картошку возьми. Хорошо. Спасибо, Марина. И мы приглашаем на сцену следующую участницу, Анну Горшкову. Здравствуйте, Анна. Что ж, расскажите о себе. Аккуратнее, ну. Проходи. Вить, аптечку из машины принеси, пожалуйста. Да, хорошо. Проходи аккуратно, садись. Попова, Фокина, вы проходите следующий тур. Есть. А я? Спасибо. Рудакова Вероника, вы прошли сразу в основной конкурс. Идите на ресепшн, заселяйтесь. Ждем вас завтра на открытии конкурса. Следующая пятерка, проходите. Спасибо. Подожди, а как же девушка? Какая? А. И что необычного в этой пуле? Калибр стандартный. Калибр-то стандартный, но вот сама пуля с удлинением. И? Это целевой патрон. Применялся для стрельбы на 300 метров в биатлоне. Но с изменением правил в 70-х был снят с производства. Точный патрон, и под него делали отличные винтовки. Винтовки могли сохраниться, их могли продать населению, охотникам. Для охотников они бесполезны. Пуля слишком легкая. При охоте, например, на лис, пуля прошивает, как иголка. И лиса, еще не понимая, что уже убита, успевает далеко убежать. На что же не сразу понял? У профессионального киллера такого оружия быть не может. Думаю, нет. И слова всякие мерзкие говорят, и иголки повсюду втыкают. Так что это нормальная программа. А, еще бывает, стилистов подкупают. Да, и вот покрасить тебе голову не в тот цвет. Брови не так выщипают, и вообще полный вперед. А, кстати, ты Эдику позвонил, Вить? Да, конечно, дорогая, он уже в пути. А, ну хорошо. Так что давай в следующий раз, как Штирлиц, на чеку, поняла? Хорошо, спасибо вам огромное. В общем, справляйся со своими нервами, пробуй еще раз, договорились? Да, может, на следующий год. А тебе удачи. Спасибо. Бедная девчонка. А что ее жалеть? У нее все равно шансов не было. Ну, посмотри на нее, голова как орех. Низ какой-то тяжелый. Вообще, колхоз. Витя. Что? Ну, чего ты дуешься? Ты не хочешь, чтобы я жила в отеле? Так это условия конкурса, все участницы живут. А ты будешь приезжать ко мне, присутствовать на репетициях. Ну, а что потом? После конкурса. Потом я буду звездой, Витя. Ты же хочешь, чтобы я была счастлива? Да, я больше всего на свете этого хочу. Ну и прекрасно. Извини. Да, конечно. Да. Да. Господи, да, я в отеле. И что я должна делать? Пока везде появляться с нашей водой. Завтра мы снимем рекламный ролик, а чуть позже напечатаем плакаты. То есть вы мне предлагаете контракт? Нет.
Опять. Из пакета. Сколько я тебе кружек уже купил? Может, еще одну купить, на цепочку повесить? Не знаю, куда они деваются. Не знаю. Вот, по твоему сегодняшнему трупу. Михаил Федотов освободился по условному досрочному месяц назад. 4 года назад на служебной машине сбил насмерть молодого парня по фамилии Мазуров. А работал Федотов тогда водителем уводочного короля Хомякова, нашего будущего мэра и любителя женской красоты. О. Геннадий Павлович. Да. Ну зачем вы? Я могла бы сама к вам прийти. Вы как-то меня дискредитируете перед отделом, перед подчиненными. Да я с тебя не меньше, чем с них спрашиваю. Причем тут дискредитация? А то, что я тебе бумажку приношу, так ты женщина. Женщина! Я при исполнении. Ну, ты не спорь с начальством при исполнении. Когда я тебя замуж-то выдам, отец твой каждый день мне снится. Разрешите доложить по существу? Докладывай. Полозов считает, что убийца использовал необычную винтовку. Да знаю я. Я уж с ним разговаривал. Вот. Спасибо. Не за что. Подождите одну минуту. Скажите, после отборочных туров уже наметились лидеры? Я не организатор. Я идейный вдохновитель этого праздника. Завтра на пресс-конференции вам ответят на все вопросы. А скажите, господин Хомяков, а у вас лично есть какие-то фаворитки среди конкурсантов? Вот этот вопрос вам не удался, господин репортер. Я уезжаю в Москву для консультаций по предвыборным мероприятиям. И едва успею вернуться к тому времени, как жюри уже вынесет свое решение. Поэтому никаких фавориток, никакого давления на жюри. Кошмар, ужас какой-то. Все эти люди в поезде, они так воняют, они вообще моются. Здравствуйте, Эдик. Подождите, вы же в СВ должны были ехать. Я вам полный купол выкупил. Плацкарт несло за километр. Не свежими носками, вареными курами, яйцами. Одно не откроешь, включили кондиционер, холод жуткий. Нет. Назад я так не поеду. Как? Вас в машине укачивают, а самолеты к нам не летают? Не знаю. А где моя звезда? В СПА. Вот, правильно. Так, все, я спать. У меня вчера 3 дефиле было, 13 моделей на подиуме, у каждой по 3 образа. Все дешевые, страшные, ужасно. Все конечно, ко мне. Да, сделай что-нибудь. Нет, я, конечно же, все сделал. Я надеялся, я в поезде хоть высплюсь. А тут это вонь. Ох. Эдик, а пойдемте, я покажу ваш номер. Ну что, это не мой номер? Пойдемте. Я водички возьму. Нет, ни в коем случае. Это вода от спонсоров. Вероничка заключила рекламный контракт и теперь должна всегда с ней ходить. Не знаю, можно ли брать другим, просто мне она не разрешила. Положите, пожалуйста, на место. Вы что-то хотели? Можно убрать номер. Зачем мы только въехали? Хорошо. Да, странные люди. Эй! Граждане, ну кто-нибудь, полиция, помогите, пожалуйста. Пожалуйста. Ну вы же ходите там, я слышу. А вот что-нибудь случится, так они сразу же, почему полиция не работает? Потому что вы полиции двери не открываете. Это да. Ну что да? Ну ты сам участковый, ничего не знаешь ни про кого. На твоем участке 4 года назад парнишку насмерть задавили. У него хоть кто-нибудь остался, не знаешь? Ну, вроде отец и сестра старшая. Мать умерла, когда мальчишку сбили. Вроде инфаркт. Вроде. А работа где сестра, отец? Я уточню. Ну, уточняй только поскорее. И узнай, кто из соседей последний раз видел старшего Мазурова. Ну, я не... Мне неинтересно. Вот неинтересно, как ты это будешь делать. Узнаешь, сообщишь. Хоть всю ночь здесь сидит и караулит его, понял?
Так, девочки, завтра открытие конкурса. Сейчас вы берете чемоданы, и мы идем заселяться в номера. Ой, я душу. Хорошо. Ну, все. С Богом. Ноги. Вы знакомы? Нет. Так, наши женские штучки. Не обращай внимания. Не забудь меня завтра разбудить. И Эдика тоже. А то он обязательно проспит. А ты поезжай, я хочу отдохнуть. Да, хорошо, как скажешь. Дорогая, я решил, что у нас еще есть. Участковый нам сообщил, что после смерти сына Мазурова заболела и умерла. Мазуров запил и куда-то исчез. По месту прописки он не появлялся, а там сейчас живет их старшая дочь, сестра погибшего. Ее тоже не застали, но соседи сказали, что она работает в больнице медсестрой, возможно, просто была на дежурстве. Фото Мазурова в деле нет. Я отправила в архив запрос. Пока все. Да зачем тебе это? Не очень я верю, что семья погибшего подростка связана с убийством Федотова. У нас пока других версий нет. Вот куда ехал убитый на велосипеде? Не знаю. Сеня поехал к Федотовым, я жду информацию. Выходи давай. Люд, ну зачем сюда притащились? Ну это нормально для таких мероприятий, успокойся. Нормально? Почему тогда испугалась? Я в норме, я хочу в отель. Пока тебе не обеспечат отдельную охрану, я не разрешу тебе участвовать в конкурсе. Ты с ума сошел? На каком основании? На основании того, что я твой будущий муж. Жена Федотова невменяемая, пока под лекарствами. Сын занят похоронами. А вот соседи поделились. За время отсидки Федотова его семья отстроила роскошный особняк в коттеджном поселке. И вот как раз к этому поселку ведет та самая тропинка вдоль оврага. Где его и застрелили? Да! Я съездил туда, видел этот дом, поговорил с прорабом. И? Ну, что ты молчишь дальше? Сын Федотова как-то выпивал с этим прорабом и... Да, Волкова. А, хорошо. В дежурку надо спуститься срочно. Ну, подожди, скажи, потом иди. Ну, сейчас расскажу, раз там срочно. Ну, Сень, алло, ну, Сень! Я вернусь, расскажу. Чего ты, ну? По-вашему, я должен сидеть и дожидаться, пока они приведут свою угрозу в исполнение? Ну, как я понимаю... Стоит задача вывести вашу невесту из морального равновесия, а не убить. Ну, это даже вы понимаете, а Витя беспокоится. Вить. Подожди, дорогая. То есть вы хотите сказать, что вы ничего не собираетесь предпринимать? Ну, а что вы хотите, чтобы мы предприняли? Я хочу, чтобы вы поехали в гостиницу, сняли отпечатки пальцев с куклы из коробки и нашли того, кто угрожает моей невесте. Послушайте, я сожалею, но у нас нет процессуальных оснований. На конкурсе полно охраны, вся полиция города там. Вы обращались к руководству конкурса? Нет, и не будем. Вить, пожалуйста, давай поедем. То есть у вас нет никаких претензий? Нет. Тогда всего хорошего. Эй, стой, куда? Ясно, я. Где ваше начальство? Я спрашиваю, где ваше начальство? Вы что? Ну, вы ополоумели, что ли? Отпустите меня! Там гражданка помирает. Вероника! Сень, врача!
Хорошо, что вы оказались в полиции. Их эксперт поставил правильный диагноз. Можно сказать, спас ее. Что она ела? Утром шпинат, а в обед авокадо. А консервы? Домашнее соленье? Вероника, да вы что? Слушаюсь, товарищ полковник. Он уже рядом и требует доклад о происшествии с участницей конкурса. Что мы скажем? Красавица отравилась консервами? Это не пищевой ботулизм. Без рвоты, без температуры. Сейчас есть такие вирусы. Ботулотоксин. Это основа ботокса. Это наркотик конкурсов красоты. Насколько его нужно вколоть, чтобы вызвать токсический шок? А если в пищу добавить? Или в воду? Слушайте, она пила воду. Да, из бутылки. Так. Прячетесь? Правильно. Как вообще такое могло? Да вы представляете, что сейчас будет? Есть! Версия есть. Да, я приехал. Куда? Где здесь служебный вход? Это туда. Виктор, спасибо, что так быстро приехали. Значит, план такой. Вы сейчас поднимаетесь в номер, а мы идем за вами. Нам нельзя привлекать внимание. Я никуда не пойду, пока вы не объясните, что случилось и зачем вам эта вода. Значит, экспертиза показала, что вода в бутылке вашей невесты была отравлена ботулотоксином. У кого был к ней доступ? Подождите, вы хотите сказать, что они от угроз перешли к действию? Кто они? Ну. Виктор, вспоминайте. Вы по телефону говорили про спонсоров. Ну да, это наш ликероводочный завод. Виктор, поднимайтесь, а мы сейчас пойдем за вами, хорошо? Ну, хорошо. А теперь козырь. Сын Федотова рассказал по пьяни прорабу, что у отца есть акции этого ликероводочного завода. И получил он их после посадки. А Федотов был водителем хозяина завода. Избил Мазурова на служебной машине. Угу. Так, вот здесь вот вся вода, а тут в комнате коробка с куклой и угроза. Да, я вспомнил, еще в номер заходил стилист Вероники, Эдуард. А как его найти? Он здесь, в этой же гостинице. Сень, найди. Ага. Нет, подождите, давайте лучше я сам. Все-таки ночь, человек спит. А Эдуард – существо трепетное. Да, хорошо, понял. Ага. Да. Угу. Угу. Ладно, давай. Давай на связи. Ага. Полозов утверждает, что яд впрыснули через шприц в бутылку, а не при разливе на заводе. Ага. Мне кажется, что убийство Федотова как-то связано с этим отравлением. Пока не знаю как, но связь точно есть. У Хомякова выбора на носу. Может, кто-то копает под него, а? Может, и так. Убитый водитель теперь это отравление. Надо Казанцеву сообщить. Честное слово, ну дайте... Эдуард, ну простите, ради бога, это не я. Это вся вода? Да, это вся вода. Вот эти люди хотели вас видеть. Ой. Что-то... Тихо, тихо. Да подождите вы. Что ты с собой сделал? Это же какой-то ужас. Где твои волосы вообще? Ты что, шиньон? Кошмар какой. Ужас, ужас вообще. Стоп, стоять! А, так я все понял, господи, это же... Вы что, репетируете? Ты теперь актриса? Мне что, снимать скрытая камера? Тебе что, дали роль какой-то? Да нет, Эдуард, это не Ника. Ну как это не Ника? Если это не Ника, то кто это? Тихо, тихо, оба! Что происходит? Что это? Не узнаете? Нет. А так? Что ты
Где? Тут Даша, что ли? Ты где? Поразительное сходство. Я сам не сразу понял. Это лицо воды родной родник, Вероника Рудакова. Это ее отвезли на скорой. И к чему ты это ведешь? Завтра снимают рекламу этой воды. И Вероника там быть не сможет, потому что она в больнице. А я смогу вместо нее. Там будет заказчик, я смогу задать вопросы. Неофициально. Пожалуйста. Нет, Даш, ну подожди, это, конечно, все смело, похвально, ну, инициативно, ну, просто эти девушки, они... Ну да, я понимаю, я солдат Джейн, вы меня так называете, я знаю. Да и нет, Даш, ну что ты... Да, да я не к этому, Геннадий Павлович, пожалуйста, разрешите. Сеня меня прикроет. Ну, я не знаю. Пожалуйста, я прошу. Ну вы понимаете, что если ее не будет, то это ЧП. А за безопасность на конкурсе отвечаем мы. Если что-то случилось, то с вас спросят. Ну, я не знаю, как ты справишься. Надо, справлюсь. За мной идите. А вы со всеми так разговариваете? Только с подозреваемыми. Держите. А вы пока единственный подозреваемый. Нелогично. Я бы тогда сюда не привез свою невесту. Значит, вы готовились, предполагали, о чем я вас прошу. И знали, как вы мне ответите. Да. А теперь неожиданный вопрос. Послушайте, это бред какой-то. Простите, но вы с Вероникой совершенно не похожи. Да ладно. Нет, конечно, сходство какое-то есть, но Вероника, она... А вы... Я понимаю. Поэтому прошу вас помочь мне. Вот смотрите сами. Ваша невеста наверняка очень хочет выиграть конкурс. Но сейчас она не может этого сделать, потому что валяется с кишечником в больнице. А благодаря мне мы выигрываем время. Она очухивается, вы как настоящий принц. Подъезжаете. Стойте! Говорите... Забудьте. Вероника участвует в конкурсах с 10 лет. А, я поняла, вы не хотите, чтобы она победила. А это мотив. Вы опять за свое? Послушайте, сказать вам на чистоту, вы разные. Совершенно разные, как небо и земля. Машину откройте. Вероника, как истинная леди, ездит сзади. Хорошо. Не тормозите, поехали. Да, слушайте, ну практически одно лицо, только очень неухоженное. Милочка, вам кто брови делает? А руки? Господи, это что, мозоль? Вы что этими руками держали? Пистолет. А над губную помаду, ну или клатч. Это что? Виктор Сергеевич, ну, это же нереально, ну, перестаньте. Маникюр, педикюр, стрижка, окрашивание. На это нужно двое суток как минимум. Как я из девочки на районе вам сделаю модель от кутюр? Завтра в 10 снимаем рекламу. И Вероника, то есть я, должна быть готова. Виктор Сергеевич, ну, вы же адекватный. Ну, объясните, что это невозможно. Эдуард, я говорил и не раз уже. Вот. Эдуард, вы уже были в этом номере? Что? Нет, ну я заходил на 5 минут. Вы прикасались к личным вещам своей клиентки? В каком-то смысле? Вы хотите сказать, что я отравил Веронику? А почему нет? А зачем мне это нужно? Ее конкуренты заплатили вам больше, и вы решили ее слить. Дорогуша моя, вы вообще знаете, с кем вы разговариваете? Я порядочный человек, у меня имя, реноме. Вот, Эдуард, видите, как все серьезно? А если бы вместо меня здесь были другие люди, вы бы давным-давно сидели в следственном комитете и давали показания вместе со своим реноме. Ну, знаете ли, вы... Угу. Я вам верю. А вы поверьте в меня. Помогите следствию. Голову вымойте. Я в душ. Ему сколько нужно времени? 30-40 минут. Увидимся часов через 5. Да, задушил. О, боже мой. Ну, честное слово, я не думал, что в наш циничный век еще способны убивать из-за любви.
Да, ревность и любовь никуда не делись. Прости, не знаю, как так вышло. Ну как? Ой, извини. Кулаком как-то. О, это было так божественно, стремительно и внезапно. У меня повышенный болевой порог. Я с пулей в плече 3 часа бегала, но это, Эдик, это очень больно. Здрасте. Двойной виски, пожалуйста, со льдом. Нет, лед отдельно. Ну что, готова? С такими бровями я тебя не отпущу. Готова. Молодец. Так. Нет, я не могу так. Теперь я подсознательно испытываю страх. Я контролирую, честно. Нет, у меня, видишь, у меня память тела. Сейчас. Нет, да! Все. Ай, переклеим. Терпим. Принесешь мне потом еще 2 пары? Списанные заберу специально для тебя. Еще бы ноги чем-нибудь сковывать. А то одна мне так заехала вообще коленом, а другая локтем в ухо. Щекотки боялась. А что девчонки рассказывают, которые уколы красоты делают, то вообще они бы выстроились к тебе в очередь за наручниками. Слушай, а ты делал такие, Вероники? Я нет. Это вообще не моя стезя. Перестань. Это же гестапо. Я на такое никогда не подпишусь. Иголки в лицо тыкать. Вы это делают только медики, да? Ну, конечно. Чтобы купить ботокс, нужно иметь медицинское образование. Ты обещала. Я помню. Угу. По-моему, у нас получилось. Если Эд за что-то берется, он делает это на 100. Нет, на 200%. А ведь это, между прочим, было практически Unreal. Они действительно похожи. Как же вас, мужиков, легко обмануть. Нацепил каблуки, помаду намазал и все. А вот с каблуками пока и проблем. Кстати, хорошо, что вы пришли. Мне как раз нужно узнать побольше о вашей невесте. Вы что делаете? Мыслю. Не смейте это есть. Отдайте это обратно. Не вздумайте это есть. Это есть невозможно. Это что гадость. Что вы себя позволяете? Я что хочу, то и ем. Понятно? Осторожно. Знаете что, мне нужно по делам в ресторан. Пойдемте, я вас покормлю. Чем? Лягушачьими лапками? Или что там предпочитает ваша невеста? Ну вот и узнайте. Вам же нужно про нее побольше узнать. Эд. Эдуард. А? А скажите ей, что надеть. Я жду внизу. Подождите. Так, подождите. Обопритесь на мою руку. Слушайте, а когда вас рядом нет, Вероника в состоянии сама спуститься? Ну, конечно. Ну, вот и я буду учиться. Я понимаю.
понимаю, вы довольно независимые, можете самостоятельно спуститься по лестнице. Но, во-первых, вы исполняете роль моей невесты. Во-вторых, вы своим поведением выказываете мне неуважение, как мужчине. Хорошо, я учту. Благодарю вас. Я же вам сказал, Вероника ездит на заднем сиденье. Боже, сколько церемоний, а? Разрешите войти? Входи. Отравлены только 4 бутылки. Отверстия, предположительно, сделаны медицинским шприцем. А в остальных вода чистая, можно пить. Кстати, неплохая. Спасибо. Так, ну что у тебя? Был у шефа службы безопасности Хомякова. Никаких зацепок. Я так и думал. Товарищ полковник, может, все-таки допросить самого Хомякова? Значит так, слушай мой приказ. Хомякову близко не подходить. Даша расследует отравление. Тихо, неофициально. Ну, а ты занимаешься делом Федотова и сегодня отбываешь по местам его отсидки. Ясно? Яснее некуда, товарищ полковник. Ну, коли ясно, так что сидишь ты? Свободен? Понял. Угу, спасибо. Ну, Ника говорит, хватит, Витя, пора расти. Давай, перебирайся из своей кухни в кабинет, а то бизнес сам себя не построит. И вы сразу согласились? Ну, конечно. Она права. Находясь на кухне, сложно строить бизнес. Ты все время думаешь о меню, как приготовить лучше на свете стейк, или с чем сочетается рыба. Или как приготовить такой бургер, от которого были бы в восторге не только гастрономические критики, но и обычные люди. Это можно есть? А вот это сейчас обидно. Ну, я пока не исключаю вас из списка подозреваемых в отравлении Вероники. А это прям самое сердце, вы знаете. Очень жестокая женщина. Наверное, тяжело вашему мужу. У меня нет мужа, только работа. Извините. Приятного аппетита. Ну, даже не знаю. Если не знаете, давайте я первый попробую. Стоп. Давайте пополам. Тем более вы не завтракали. Давайте. Приятного аппетита. Спасибо. Подождите, это бургер? В каком смысле? Ну, уверена, что там нет мяса единорога, например. Я уж думал, что потерял навык. Вам правда нравится? Это очень круто. Да? Спасибо. Вашей невесте повезло, если она ест это каждый день. Вероника вообще не любит есть. А как воробушек поклёт листик салата с долькой яблока и пьет много-много воды. Кстати, сколько время? Не переживайте, я слежу за временем. Ешьте спокойно. Я даже не представляю, что скажет Вероника. Не волнуйтесь, узнаю. Я помню, что у Вероники правая сторона рабочая. Правильно, а вдруг у вас левая? Я буду работать в фас, а в фас и в профиль.
Не переживайте. Вероника, ну где вы? Мы вас иду. Ждем. Извините. Только не волнуйтесь. Извините, пожалуйста, извините. Мы очень спешим. На секунду, извините. Да, извините, пожалуйста. Буквально одну минутку. Я все-таки останусь с вами. Вероника бы не отказалась от меня. Не исключено, нет. Да. Что? Извините. Да, спасибо. Вероника пришла в себя. Ну и прекрасно. Я сделаю так, что рекламу нужно будет переснимать. Вы сюда с ней вернетесь, меня здесь уже не будет. Идите. Приезжайте, все будет хорошо. Идите. Родной родник в самое сердце проник. Стоп. Снято. Спасибо вам большое. Спасибо. Но мне все-таки очень хотелось бы знать, кто утверждал мою кандидатуру на рекламу. Я бы лично поблагодарила человека. Ну, я вам уже раз 20 говорил, что вашу кандидатуру утвердили сверху. Ну, вдруг вы вспомните, кто это. К сожалению, я не в курсе. Спасибо. Спасибо. Ну как? Всю переснимать. Спасибо. Вероника, спасибо вам большое. Да, всего доброго. До свидания. Ага. Алло. Привет, Даш. Да. Ну что, есть новости? Да и нет ничего. Что, совсем ничего? Кандидатуру Вероники утвердили сверху, вот и все. И что теперь? Я собираю вещи и уезжаю, что мне здесь делать? Даш, тебе приказано остаться. Что? Казанцев требует, чтобы ты осталась на конкурсе. Вы что, с ума сошел? То есть вместо меня в рекламе снялась какая-то девица из полиции? Ну, да. Ты только не переживай. Не. Что за глупость? Я не верю. Ну, не переживай. Какая-то глупость. Нет, 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 успокойся. Нет. Тихо, тихо, тихо. Это мое место. Убери. Нет, нет. Это... Тебя нет. Пытались отравить. Нет. Она ведет нет. Расследование. Нет, это моя корона. Это твоя... Это мое место. Конечно, успокойся. Нет, нет, я прошу. Какая-то мне доктор! Полка. Доктор! Ник, успокойся. Отвезти, пожалуйста. Успокойся. Мне надо тихо, бассейн. Тихо, тихо, не надо, не надо. Не надо. Успокойся. Ну, отпусти. Доктор! Отпусти. Как Вероника? А, не очень хорошо. Ей даже пришлось сделать успокоительное. Я сочувствую. А, спасибо. Вы знаете, Вероника очень рвется на конкурс. Угу. Но ей не то, что на каблуках. И даже сидеть нельзя. Я понимаю, это не ваша работа. И знаете, для Вероники этот конкурс очень важен. А мне важно, чтобы она была счастлива. Я понимаю... Это не ваша работа, но я вас очень прошу, не вы могли бы вы еще... Вы хотите, чтобы я продолжила изображать Веронику? Да, только до завтра. Просто выйдите, представьтесь ее именем и все. А завтра вечером Вероника уже вернется. Хорошо, я согласна. Правда? Да. Мое руководство настаивает, чтобы я осталась. Так что ваши желания совпадают. С вас гамбургер. Спасибо вам большое. Даже не знаю, как вас отблагодарить. Да перестаньте. Ради спасения большой любви я готова на все. Хотите, я попрошу, чтобы вы эти гамбургеры каждое утро доставляли из моего ресторана? О, договорились. Ну, до завтра. Да, до завтра. Увидимся на открытии. Да.
Быстрее. Короче, я все узнал. В эту ночь никаких коробок, никто никаких коробок не приносил. Угу. Работала другая смена. А эти не их сменят, понимаешь, в полночь. Ну, я молодец? Тише, тише, ты молодец. Окей, я понял. Угу. Ивашова номер 4. Сарафанова, Попова номер 2. Рудакова номер 1. Я просто не знаю, как мне сказали закончить весь этот цирк. У меня нет версий. Либо ждать непонятно чего, либо спровоцировать преступника. Ну как? Ну, назови ее коровой. Ну, или самкой жирафы. Ну, наступи на платье, в конце концов. Каждый наступает. Ну, смотри на всех, как будто вот... Ну, как на меня вчера при знакомстве. Как на подозреваемого. Да. Нервы у всех лопнут, это точно. Внимание всем конкурсанткам, готовность номер 1. Всем желаю удачи. Спасибо. Ирина Сарафанова. Да, это я. А номерочки раздали уже? Номер 3. Спасибо. О, ха, проспала номинантка на спящую красавицу. Пойдем. Они все кошечки. А ради короны готовы и кислотой в лицо, и под поезд бросить. Крокодильши. Под номером 3 Ирина Сарафанова, студентка Института пищевой промышленности, 19 лет. Под номером 2 Диана Попова, Гринпис, защитница всего живого. Вероника Рудакова, будущая телевизионной журналистики, победительница нескольких конкурсов красоты. А вот тут готов поспорить, что за ней точно кто-то стоит. Я? Я за ней стою. Меня зовут Вероника Рудакова. Мне 26 лет. Скажите, Вероника, а почему победить должны именно вы? Потому что чего вообще пришла? Так, мне кажется, лучше. Но если честно, то я считаю, что все эти конкурсы красоты сплошное вранье. Ну, правда, вот посмотрите, вот тонны макияжа или вот эти когти наклеенные. Ну, неужели это все красиво? А, например, походка от бедра. Ну, мы же так не ходим в жизни от бедра. И вообще, ну, неужели вы считаете, что девушка без макияжа и в джинсах не может понравиться? Может, может. И выглядеть может хорошо. В общем, я за естественную красоту. Вот. Да. Да, слушаю. Объясните, что это хорошо. Токсины выходят на поверхность, так и должно быть. Это признак полного выздоровления. Вы понимаете меня? Что значит успокоиться? Я в финал не попадаю с таким лицом. Ну, кому нужно такое лицо? Кому? Мне нужно. А ты кто? Директор федерального канала? Кто ты? Вся Россия? Ты меня устроишь в телеведущий? Кто ты? Так, Ник. Черт этот конкурс. Давай попробуем в следующем году. Ты что, дурак, что ли? Ты идиот в следующем году? Мне 27 лет уже, Витя!
Дорогая, корона не стоит таких мучений. Знаешь что? У меня, в отличие от тебя, есть честолюбие. Я хочу блистать, я хочу быть знаменитой. Я не квочка на кухне сидящая, понял? Иди отсюда! Нет, да уйди от меня! Чего ты? Слушай, все было отлично, ты не переживай, все было... Во! Говори. У меня новая информация есть по Федотову. Не, я по телефону не могу. Хочу твою реакцию видеть. Знаю, здесь за отелем у воды есть лавочка, я тебя буду ждать здесь. Ага. Слушай, мне же смыться на полчаса. Прикроешь меня? Понял, понял. Все сделаю, никто не заметит. Спасибо. Стой, подожди. Клатч возьми свой. Все, приехали. Знаешь его? Видела в гостинице рядом с одной. Свяжи его. Ага. А ты куда? Это вы? А ты кого ждала? Парня? Не может он подойти. А что, с ним что-то случилось? Нормально все с ним. Это кому? Мне. Я думала, от вас. Я не права. А с чего ты взяла, что это я тебе куклу подбросила? Ну, вы вчера так странно меня в холле смотрели, а потом перед конкурсом. А потом я прихожу в номер, а тут эта кукла с иголками. Да вы знаете, как я испугалась? А Борька так вообще с ума сошел. Ну и пошел меня защищать. А Борька это кто, парень? Да нет, это брат мой. Вы нас простите, пожалуйста. Отпущу я твоего Борьку. Только обещай молчать про нападение, про куклу, поняла? Угу. Только вы в полицию не заявляйте, а то меня выгонят. Это все, что тебя волнует? Конкурс? Ну да. Нет, подожди! Стой! Иди сюда. Слушай, эта Волкова не должна облажаться. Ты с нее глаз не спускай, понял? Пусть она мне выиграет корону. Хорошо? Я буду спать, иди. Иди. Я буду спать. Не надо, у меня лицо все болит. Куда ты? Люблю тебя. Я тебя люблю. Не обижайся. Mm. Идиот. Слушай, ты серьезно ей веришь? Эта Ирина могла сама себе куклу подбросить. Ну, тогда она бы первая принесла ее в администрацию. Устроила бы шум, чтобы привлечь внимание и одновременно отвлечь. Потом она же не знала, что я заявлюсь к ней в номер. Нет, не она. У тебя что? А я разговаривал с Крачуком. А кто это? Этот Крачук сидел вместе с Федотовым в колонии. И Федотов ему рассказывал, что сидит за то, чего не совершал, понимаешь? Ну, так говорит каждый второй сиделец, Сень. И именно за это ему обещали досрочное освобождение, защиту семьи и прочие блага. И Хомяков его убрал? Почему, как вариант? Да, ну... Ну, например, он мог прикрыть Федотовым кого-то из близких, понимаешь? А раз так, то Федотов, выйдя, мог представлять серьезную опасность для предвыборной кампании, понимаешь, кандидата в мэры, шантажировать его. Ну, это как-то вообще не вяжется. Ну, сам подумай, зачем Хомякову было его освобождать? Тем более накануне выборов. Ну, сидел бы он еще года четыре. Нет, ищи Мазурова, Сень. Я пойду еще в куклы поиграю и вернусь.
вас полчаса по всей гостинице ищу. Соскучились? Нет, волновался. Это что, еще одна? Угу. А вы куда пропали? Я был в больнице. У Вероники сильнейшее токсическое отравление. Она практически потеряла лицо. Она очень страдает. Чего вы взяли, что мне это интересно? Скажите, а вы хоть на время не хотели бы поменять свою жизнь? Знаете, ваша невеста боится потерять корону первой красавицы. Это ее фишка. А ваша фишка — стать мужем первой красавицы. Вот и получается, что вы оба без этой короны ни черта не стоите. Поэтому не лезьте в мою жизнь. Я изображаю здесь вашу невесту ровно до того момента, пока не поймаю преступника, ясно? Спокойно, вы просто порвали платье. Ага. Да не дергайтесь, дайте я посмотрю. Татуировка сделана в память о любимом человеке. Он что? Да, он погиб. 4 года назад в горячей точке. Простите, я не знал. Вы все еще думаете, что моя жизнь скучная? Я не это имел в виду. Простите, а вы сегодня еще что-нибудь ели? Не-а. Теперь понятно, почему такая злая. Кроме меня, тут еще кто-нибудь бывает? Или я единственный посетитель вашего ресторана? Мы сегодня закрылись пораньше на спецобслуживание. Я, кстати, могу есть вилкой и ножом, так что вы можете меня не стесняться. Я забыла, Вероника же вообще не ест. А вы знаете, с вами легко. Покормила, вы сразу добрая. А с Вероникой тяжело? Ага, вот, нашел. Это Таня. Это Таня заявлена на 3-м туре конкурса. Послезавтра. О, можете не волноваться, я вылечу раньше. Ну, вы сегодня попробовали это сделать. Результат обратный. Я буду настойчивее. Послушайте, танго – это танец для настоящей женщины. Она может быть сильной, своенравной, необузданной. А может быть хрупкой, мягкой, нежной. В любом случае, это не покладистая размазня. Это женщина. Умная, тонкая. Единственный в своем роде. Танго – это танец для тех, кто смеет. Гордость и внутренняя сила – вот главные качества тангера. Мне нужно поймать кукольника и отравителя, а не заниматься какими-то танцульками. Вы знаете, я сейчас понял свою ошибку. Вам слабо, это танец не для вас. Что? Будем танцевать летку-енку. Пам-пам-пам-парам-парам. Это больше подойдет вам. Я представляю. Все пацаны в детстве на бокс ходили, а ты с бабушкой за ручку на танцы. Мужчина, в твоем понимании, это тот, кто может в рожу дать? Ну почему? Постоять за близких, за себя, за родину. У меня черный пояс по тэквондо. А танцами я увлекаюсь 3-й год. Вероника притащила. Да, и мне понравилось. Здесь можно показать лучшие качества. Не игру мускулами, а благородство. Ответственность за женщину. Тут важен не просто партнер, а мужчина. Страстный, сильный, уверенный в себе. Только тогда женщина доверится целиком, и он поведет. А женщине остается слушать свое сердце и ритм биения сердца мужчины. Что это было? Это рана? Ну, ты повернулся, и я подняла ногу. Не надо спешить. Мужчина подчиняет, а женщина не спешит подчиняться. Запомнила? Угу. Только тогда это интересно. Это танец равных партнеров. Хорошо, только не ори, пожалуйста. Я не ору, я абсолютно спокойна. Давай. Поехали. Ага. И... Ты где? Все идет не по плану, слышишь? Я тебя слышу. Успокойся. Ты знаешь, что Федотова убили? Поэтому сиди тихо, без лишних движений. Я все решу.
Я провожу. Не надо, сама дойду. Куда, куда? Где вас носит? Полночь на дворе. Подвинься. Как? Портье-то сменился? Ну и? Короче, новости такие. Три одинаковых коробки были доставлены фирмой «Скороход». Угу. Для трех участниц. Вероники, Ирины Сарафановой и Дианы Поповой. От кого неизвестно, но зато есть номер заказа. Я сейчас все узнаю. У меня друг владелец «Скорохода». Так, стоп, ребят, все. Я здесь следователь, я во всем разберусь. Понятно? Всем спасибо. Да, и пробейте номер заказа все-таки. Спокойной ночи. Ну, пока нет. Ну как? Почему? У тебя же есть все доказательства. Она должна сама себя выдать. А? Открываю коробку, а там жуткая кукла, истыканная вся иголками. А под ней бумажка с надписью «Корона – твоя смерть». Вот так, да. Я пошла в администрацию, они говорят, ну чего, чего так переживаете-то? Нормально? Я говорю, серьезно? Да, мне тоже пришло. Да? Я даже думала заявление в полицию подавать. Но потом подумала, это же всего лишь конкурс. Наверное, кто-то из конкуренток подсунул. Ты действительно считаешь, что ты кому-то конкурентка? Вот наша королева. Вероника, какое у вас роскошное платье. Это от Мерлин Назарян? Да. Это вообще самая последняя коллекция. Писк. Да, я Эд, стилист Вероники. Очень приятно, я вас видела. Шоу ваше по телевизору. Ну, и сами собой, конечно. Повезло Веронике с вами. Такой стилист, лучший и такой дорогой. Только зачем он тебе, Никуш? Столько денег на ветер, все равно ведь корона твоя. А потому что Вероника и есть королева. Да. Она этого достойна. И меня, и платье достойно. Ну, конечно же, больше всех нас. Ну, что ты сидишь? Ну, иди, она же уходит. Девочки, что вы ссоритесь, в конце концов? Давайте попьем водички, принесите нам. Вот Вероника рекомендует. Я знаю, что кукол отправляла ты. Как докажешь? Мы позвоним в фирму доставки, узнаем, с чьей карты был оплачен заказ. Ты ничего никому не скажешь, потому что... Потому что у тебя любовник член жюри. К тебе в номер приходил. Здесь в отеле повсюду камеры, мы посмотрим, и ты вылетишь, как пробка, дорогая. Подстилка хомяковская. Что? Что слышала? Что думаешь, самая умная? У меня тоже информация есть. Доказательства. Этот импотент сказал, что Хомяков ему лично в конверте занес, и остальным членам жюри тоже. Чтоб ты, милая, выиграла. Дура я, что диктофон не включила. Теперь только вице-мисс. А почему вы здесь? Как, у нас же репетиция. Я ресторан закрыл, и персонал отпустил. Да. Сейчас. Сейчас. Дружеский совет нужен. Смотри, ситуация такая. Мужчина очень любит женщину, собирается на ней жениться. Она ему наставляет рога. Это он должен знать об этом или нет, как ты думаешь? Подожди секунду. Подожди, перезвоню.
У вас все в порядке? Дарья! Что случилось? У вас есть фонарик? Да, конечно. Давайте. Вот, возьмите. Угу. Здесь кто-то вывел провод под напряжением. А я дура руками. Хорошо пробки вышибла. Ничего себе. Подождите, что это? Можно? Это же пластырь от мимических морщин. Мы такую этику специально из Франции привозили. Да, точно. Это не Эдик. Почему? А зачем ему убивать полицейского? Он же знает, что я не Вероника. Я сейчас вызову своих. Пусть они номер обследуют, а вы спускайтесь. Я сейчас переоденусь и подойду. Идите. А я говорю, что я тебя отзываю. Я закрою этот конкурс к чертовой матери. Открою полноценное расследование, всех причастных, понимаешь, на допрос, все записи с камер посмотреть под микроскопом. Всех этих персоналов просеять через сито. И пусть меня тогда вызывают куда угодно. К мэру, понимаешь, на ковер, куда угодно. Чего молчишь ты? Я знаю, кто убийца. Он все время был рядом. У него есть доступ в номер. Ой, он в курсе всего расследования. А главное, у него серьезный мотив. Ты уверена? Да. Ну хорошо, только без глупостей. А вы знаете, что по вопросам зрителей ваша невеста лидер конкурса? Вы рады за нее? Да, вы знаете, очень рад. Извините. Поехали. Дорогая, тут интересуется, рада ли ты, что ты в лидерах? Ну, конечно. Рядом со мной мой жених. Это такая поддержка невероятная. Да, но это не всегда просто. Ты тоже не просто, дорогой. Спасибо, любимая. Пошли, пожалуйста. Да, извините. Нет, в ресторан не поедем. Здесь перепетируем. Хорошо. Вероника, Вероника, можно простите, пару давайте вопросов? Не сейчас. Не сейчас, ребят. Ребят, давайте не сейчас. Давай лучше в ресторан. Спасибо. Хорошо, в ресторан так в ресторан. Садись. А, то есть мы продолжаем играть? Хорошо, садись вперед. Нет, лучше назад. Проще провести захват, если надумаешь сбежать. Уверена, что с тобой все в порядке? Нет, я не уверена. Я не знаю, какие последствия после удара током. Может, тебе все-таки к врачу обратиться? Поехали в ресторан. Это танго. Кавалеры приглашают нам. А я сэкономила вам время. Представьте, что вы уже меня пригласили, и я согласилась. Давайте начнем. Нет, так не пойдет. Идите в угол. Я вижу, вам нравится командовать. Но с Вероникой этого не получалось. Вероника, я простой парень. А она... Она женщина мечта. У нее взгляд шире, связи, все запланировано. Богатый муж, трое детей. Мы хотим четверых. Она хочет, а вы соглашаетесь. Она позволяет себя любить, а вы любите. Да. А еще у вас есть свое мнение. Вы, например, не хотите заниматься бизнесом, но не имеете права ей перечить. Я люблю угождать любимой женщине. И еще вы боитесь. Я боюсь ее потерять. Вы боитесь ее истерик. А она из тех женщин, которая на людях сдерживается, а потом на близких все вымещает. И вы все время хотели, все время должны были сдерживаться, а это тяжело. Единственный момент, когда вы по-настоящему себя чувствуете с ней мужчиной, это когда танцуете танго. Тяжело же все время себя сдерживать и быть подкаблучником. Остановись уже. Ты узнал, что Вероника спит с Хомяковым. Что ты сказал? И решил ее убить. А конкурс красоты очень удобное место. А потом появилась я. И тебе стало мешать, и ты решил убить меня, оставив Эдика, так? Что ты сказала? Я знаю, что ты убийца. Нет, с кем она спит? С Хомяковым. Стой!
Леш, я понимаю, ты еще под электричеством, но мы не можем объявлять его в розыск, у нас нет никаких улик. Я согласен. В смысле? Ну, где он взял этот ботокс? Господи, купил, украл, как угодно. Но у нас нет улик, только чувства, даже вернее эмоции. Ты понимаешь, что он меня использовал? Ну вот как, он мне руку подавал, он танцевал со мной. Да. Его надо брать, срочно надо брать. Понял. Спасибо. Все, машина твоего отеля стоит около больницы, где лежит его крали. Отправляйте группу. Вот тебя накрыло. В смысле? Ну что? Ну не добивать же он ее туда поехал, а отношения выяснять. Даш, он не знал про Хомякова. Зараза. Вить, ну это все какие-то глупые сплетни. Ну честное слово, Вить. Вероника. Вить. Ну, включи логику. Он не женат, богат, у него связи. Сначала я снимаюсь у него в рекламе, потом он мне покупает корону, а я, значит, выхожу замуж за тебя, да? Меня хотят подставить, это же очевидно. Ну, сначала это кукла, потом сплетни. Это же конкурс красоты, это нормально, Вить, ну ты же знаешь. Вить, А самое ужасное, что меня хотели убить током, а мы сейчас обсуждаем эту чушь, Витя. Хорошо, что меня там не было. Да, Даша досталась. Ну, досталась, это ее работа. Умирать вместо тебя ее работа? Подожди, ты сейчас серьезно? Да. И чего ты хочешь? Я хочу, чтобы ты покинула этот конкурс. Точнее, Даша. Интересно, почему? Да потому что эта проклятая корона не стоит этих жертв. Да откуда ты знаешь, сколько стоит моя корона? А, уже твоя? Нет. Вить, я не это хотела сказать. Вить, ну что ты придираешься к словам? Я правда, ты знаешь, я очень устала, Вить. У меня нет больше сил, нет настроения и желания все это обсуждать. Ну, мне тоже очень тяжело, правда. А Даша, она подготовлена, она будет очень внимательна. Ну все, Вить, пожалуйста. Ну смотри, вот одна горничная пришла с уборкой. Вот портье ночью принес виски. Вот еще одна горничная. Вот охранник. Не всех опрашивать? Не знаю. Разваливается все. Хорошо, понял. Завтра запрос придет из Владимирской области на Мазурова. Хоть фото у нас его будет. А что из Владимирской? Ну, они перед гибелью сына переехали сюда из-под Владимира. Зачем? А вот это мне и предстоит выяснить в разговоре с сестрой погибшего. Ты нашел дочь Мазурова? Да. Поэтому иди. Почему? Даш, потому что ты в образе. А, господи. Пришел с повинной, готов сдаться. Мне это засчется на суде? Как Вероника? Уже намного лучше. Скоро сменит вас на конкурсе. Хочу извиниться. Да, не стоило вам так говорить. Она не спала с Хомяковым. Она вам так сказала? Да, и я ей верю.
А повел я себя с вами безобразно. Простите. Не сразу в тюрьму ехать или продолжите допрос? Не, вы свободны. Спасибо. А вас подвезти? Да, в отель. Поехали. Ну, правда, не знаю, что на меня нашло. Может, действительно током шарахнуло. Что? Ты сказала что-то? Я говорю, сзади неудобно, кричать приходится. А, да, есть такое дело. А сидеть сзади – это статус или это модно? Ну, во-первых, это безопасно. А во-вторых, после аварии Вероника просто боится спереди сидеть. Попали в аварию? Да, но это еще было до нашего с ней знакомства. Она тогда за рулем сама любила ездить. Пострадала сильно? Да нет, не очень. Просто испугалась. У нее даже нервный срыв был. Но, говорит, как дети пойдут, тогда опять придется садиться. Поликлиника, больница, детский сад. Ничего, потихонечку все наладится. Слушай, ну по базе ГИБДД она получила права 5 лет назад, но ни в одной аварии не была. Даже мелких ДТП за ней не зарегистрировано. И вот, значит, кого покрывал Хомяков. Да, ну как Мазуров об этом узнал? И как его найти, если его родная дочь его 2 года не видела? Все, Сень, давай, давай завтра, я уже ничего не соображаю. Угу, пока. Даже если бы это было так, вы думаете, я бы вам рассказала об этом? Хорошо. Значит, вы не признаете, что состоите с Хомяковым в близких отношениях. Но мне все равно придется это выяснить. Я встречусь с его супругой, с сотрудниками. Его супруга теперь, после развода, живет на Лазурном побережье. И вы думаете, она из мести хотела меня убить? Вы знаете, Хомяков, я отвалил такую сумму, что она вообще должна быть мне благодарна. Ну, я имею в виду, если бы наши с ним отношения были бы правдой. Ну, хорошо. Раз у нас разговор не клеится, я тогда, пожалуй, пойду. Всего доброго. Доброе утро. Доброе. Чего вы вызывали? Репетировать. У нас вечером выступление, мы не готовы. Это имеет смысл, разве? Конечно. Осталось совсем немного. Поехали. Я вообще-то собирался в больницу ехать. Ну что, мне надо репетировать. Поехали. Так, ну. Наконец. Ого. Ну, посмотри, что за мной происходит. Ну, ничего. Ну, что? Все. Ну, я же не тот человек. Теперь я за Колю Федотова вообще всех на уши поставлю. Я просто не знал. А если тот, кто убил Федотова, теперь меня хочет убить? Не, он же про тебя не знает. Ну, что ему, Федотов что-то рассказал? Тогда почему он его убил? Все нормально. Просто не нужно делать лишние движения. Это не в наших с тобой интересах. Да, малыш? Да? Mm.
А ты почему до сих пор с этим пингвином, ты мне скажи, а? Твоего развода 5 лет ждала. Дай конкурс выиграть. Злюка какая! Вот портье ночью принес виски. Вот охранник. Волкова. Поняла. Разворачиваемся, быстро едем в отель. Так, сама несуся. Это приказ. Выехала группа захвата. А репетиция? Быстро в отель! Нет. Зачем? Оставайтесь здесь, работать не мешайте. Где Мазуров? Мазуров, стоять! А где ваше оружие? Выкину. Я же признаю свою вину. Где подписать? Я устал, не могу говорить. Ну что, все, дело закрыто. Ты его на камерах видел? Ну, конечно, я его так и узнал. Ну, как фото из Владимира прислали, так сразу. Да? А в номер он ко мне заходил? Ну, по-моему, нет. Ну, хочешь, я еще раз посмотрю? А ты видел, когда я его спросила про ботокс? Он вообще не знает, что это такое. А провод провести в ванную? Это надо попасть в этот номер. И откуда он знает, что Вероника сбила его сына? Даш, по-моему, ты загоняешься. Ищи оружие, Сень, ищи. А ты куда? В отель. Искать сообщника Мазурова. Потому что если он начнет действовать, то, скорее всего, на конкурсе. Даш, слушай, не лезь на рожон, а? Добрый вечер, дамы и господа! Ну вот и настал тот час, когда мы можем узнать, так, кто же станет. Звезда, запомни, ты прекрасна, я буду за тебя болеть. Удачи! Спасибо. Даша, ты не устала? Что с тобой? Пойдем, нас объявляют. Тебя сейчас вызовут как Веронику Рудакову, и ты пойдешь на сцену, как ни в чем не бывало. И мы будем изображать влюбленных. Это какая-то бездна вранья. Нет, подожди, послушай меня, это важно. Сначала это было для Вероники, точнее, для нас. А теперь я запутался. Запутался в двух одинаковых женщинах. Как будто я ее предаю с тобой, а тебя с ней. Вот скажи мне, пожалуйста, тебе это зачем нужно? Мне нужно поймать преступника. Пойдем! И все? Слушай, вы действительно одинаковы. И обеим от меня что-то нужно. Одной корону, другой преступника поймать. Веронику Рудакову и Виктора Лебедева под ваши аплодисменты! Объявляют. Тебе нужно. Ты иди. Витя! Витя! Вот одна горничная пришла с уборкой. Добрый день. Меня зовут Светлана Мазурова. Медсестра погибшего. Она работает медсестрой в больнице. Чтобы купить ботокс, нужно иметь медицинское образование. Ну что ж, как хочется ведущему, ему нужно сходить за кулисы, узнать, что же все-таки произошло. Не меня ждете? А для вас, диджей, включит что-то душевное, вышибающую слезу. В общем, растворяйтесь, слушайте музыку. Я ненадолго. Чао! Мой брат такого не заслужил. Он был такой талантливый, у него было будущее. Она все у него отняла. Как можно бросить умирающего? Врачи говорили, что если бы его раньше отвезли в больницу, он бы выжил.
Она отняла у меня отца, мать и брата. Отец был в курсе ваших планов? Нет. Он все забыл. И мать, и брата. Нашел себе женщину. Мой отец тряпка. Он считал, что можно простить и жить дальше. Как такое можно простить? Когда я узнала, что Федотова освободили досрочно, что у него все хорошо, новый дом строит, я выследила его. Винтовку и патроны я взяла у отца в сторожке. Отец мастер спорта по биатлону и нас с братом стрелять хорошо научил. Это тебе за моего брата. За Мазурова. За рулем был не я, это Вероника. Я нашла в сети Рудакову и глазам не поверила. Она на конкурсе в этом самом отеле, где теперь работает отец. Я поняла, это знак, это не просто совпадение. Пришла к отцу на работу, сказала, что хочу помириться. Он обрадовался, показал мне отель. Дальше было дело техники. Украсть мастер-ключ, найти форму горничной. Воду в бутылках отравила я. Но эта гадина выжила. Пришлось электричеством. Нет ее. Нету? Конечно, ты же как всегда все испортил. Ты же тряпка, ты же ни черта не умеешь. Правильно, мне нужно было слушать Хомякова. Конечно. Ты меня вообще любила? Тебя? Человека без цели, без амбиций? Нафиг ты мне нужен? Ты знаешь кто? Ступенька. Я тебе переступила и пошла дальше. Тьфу на тебя! Вали! Вероника встречалась с Хомяковым до вашего с ней знакомства. Он не разводился, она ушла от него сразу после аварии. А потом время прошло, Хомяков развелся и решил вернуть взаимоотношения с Вероникой, но она... Мне это неинтересно. Это неправда. Ты зачем пришла? Я пришла, потому что... Потому что ты должен мне танго.